Пилот ГПТ приговорен к изгнанию. Кому нужны ведомые? Вам предоставлен доступ. Мега-шлюз порубежья все еще не исправлен. Специалисты компании «Тахионные коммуникации» утверждают, что необходимые запчасти для ремонта тахионного шлюза на порубежье поступят не раньше, чем через месяц. Этот шлюз вышел из строя на прошлой неделе. Причина неисправности до сих пор не выяснена. Галспан предложил всем туристам и бизнесменам за небольшую плату пользоваться собственным корпоративным тахионным шлюзом. Несмотря на необходимость дополнительного перехода, многие уже воспользовались этим предложением. Больнее всего сложившаяся ситуация ударила по колонистам Боры. Галспан публично объявил, что не допустит колонистов в свой квадрант до завершения судебного разбирательства. Мы продолжим информировать вас о развитии конфликта. Привет, Джек. Для тебя есть работенка. Тут неподалеку живет ученый доктор Ли Цзы. Он раньше работал над тахионной технологией в одной из корпораций. Он перебрался к нам с Солнца. Так вот, он знает, как открыть шлюз из ядра в порубежье. Этот шлюз был исправен, но Галспан каким-то образом вывел его из строя, чтобы изолировать станцию «Добродетель». Мы раздобыли для Ли Цзы кое-какую информацию, и в обмен на нее он обещал передать нам чертежи тахионного шлюза. Ты должен слетать к нему, потому что он отказывается пересылать что-либо по нашим незащищенным частотам. С чего он взял, что мы не можем обеспечить секретной связи, я не знаю, Джек. Отправляйся, как только сможешь. Желаю удачи. Давай на чистоту. Я, выходит, должен купить нечто у одного из наших же людей. Не совсем так, Джек. Доктор Ли Цзы, как и ты, перешел к нам из корпорации. Он сразу же взялся за декодировку генератора тахионной индуктивности шлюзов. Вот только переговоры с ним всегда были несколько затруднены. Мы так толком и не поняли, чего от него можно ждать. Значит, я должен забрать чертежи и выяснить, что у него на уме? Примерно так. Я не очень хорошо представляю, как мыслят сотрудники корпорации. Бывшие. Кстати, не мешало бы разузнать, почему этот доктор ушел из своей корпорации. Я постараюсь выяснить это к тому времени, как ты доберешься до туманности Паранис.
Джек, я кое-что выяснила. Но, боюсь, тебе это не понравится. Выкладывай, Катя. Ли Цзы оказывается немного не в себе. Он работал на Галспан по временному контракту до тех пор, пока его семья не погибла при аварии на промышленном комплексе. В их гибели он винит корпорацию и уверен, что его хотят убить следующим. В его увольнительных документах имеется заключение о параноидальных припадках и шизофреническом бреде. И вы не проверили этого, прежде чем приглашать его на работу? Отличную команду вы набрали, ничего не скажешь. Ну, он же был настроен против корпораций. Доктор Ли Цзы? Это Джек Логан, представитель Боры. Я должен поговорить с вами. Могу ли я состыковаться с вашей базой? Что? Что вам нужно? Я вижу тебя, Логан, если, конечно, это твое настоящее имя. Держись подальше от моей лаборатории. Слышишь? Вон отсюда! Послушай, док, я тебя не трону. Как вы нашли меня? Вы всунули в меня передатчик во время медосмотра в Галспане. Не приближайся, а то я активирую защитный периметр. Успокойтесь, доктор. Никто в вас ничего не всовывал. Я ваш друг. Так говорят все шпионы. А что же я должен был сказать? Все, вы в безопасности. Теперь вы мне доверяете? Ну, ты можешь стыковаться, но учти, я слежу за каждым твоим шагом. Убийца, подосланный Галспаном. Ты действительно из Боры? Именно это я и пытался сказать с самого начала. Я начинаю передавать данные, которые вы затребовали. Я должен запустить антивирус. Вот так. О, это же данные, которых я так ждал. А я-то думал, что тебя подослал Галспан, чтобы убить меня. Я так и понял. Теперь вы передадите мне схемы генератора? Конечно, конечно, но будьте осторожны. Шпионы спаннеров повсюду. Да. Ну, мне пора. Надеюсь, сюрпризов больше не будет.
Катя, этот ваш Ли Цзи – самый настоящий псих. Он принял меня за убийцу и едва не отправил праотцам. К счастью, мне удалось вывести из строя его защитный периметр и убедить его передать схему генератора. Ты отлично справился, Джек, спасибо. Бора может тобой гордиться. Я знала, что мы можем на тебя положиться. Как скажешь, Катя. Извини, что так вышло с Ли Цзи. Мы и не думали, что он настолько не в себе. Надеюсь, ты не пострадал. Чертежи тахионного генератора, что ты доставил, просто супер. Сейчас их изучают наши лучшие инженеры, чтобы, наконец, выяснить, каким образом Галспану удается выводить шлюзы из строя. Если бы только нам удалось представить звездному патрулю убедительные доказательства. Но Галспан всегда ловко заметает следы, а Труман без веских причин на открытый конфликт не пойдет. Ты заслужил эти деньги, Джек. Будешь в ядре, загляни на Альфу. Я буду держать тебя в курсе ремонта шлюза.